Республиканский флешмоб «I Love KZ» поддержала и молодежь из Петропавловска. Студенты колледжей вышли на улицы города для того, чтобы запечатлеть себя на фоне памятных мест. В руках у ребят флаг республики и флажки с изображением символов нашей страны. Социальные сети очень популярны среди молодежи, и молодежь горячо поддержала, конечно, эту акцию. Ну, не секрет, что молодые люди очень любят делать селфи, но сегодня они делают это селфи со смыслом. Это показывает любовь нашей молодежи к национальным символам, а через это к стране, к своей земле.